На шее с аккуратной небрежностью завязан шарф. Перед ивановской аудиторией известный французский проектировщик городской среды, урбанист Эдуард Мару. Лекцию он читает для студентов политеха, но местные архитекторы, представители бизнеса и обычные горожане тоже не упустили возможность послушать зарубежного специалиста. Свой опыт планирования территории Мару представил на примере уже реализованных в России проектов в Туле и Москве. Тема, безусловно, для нас актуальная. Город во главе с Владимиром Шарыповым уходит от точечной застройки, формирует новые подходы к строительству. Именно приоритет отдается комплексным проектам, и сегодня как раз нам и рассказывают о таком комплексном подходе к строительству и к обустройству общественных пространств. Мелочей в работе с общественными пространствами быть не может, поясняет лектор. И все, кто берутся за столь ответственное дело, должны это понимать. То есть, с одной стороны, работа архитектора и урбан-дизайнера как раз вот в том, чтобы детально проработать и подобрать правильные материалы, там, правильные посадки и разработать, действительно проработать до деталей весь проект, но с другой стороны он и в том, чтобы организовать правильно процесс. Также Эдуард Маро рассказал о реновации бывших промышленных территорий. В России уже довольно много примеров, когда заброшенные фабрики и заводы превращались в современное культурное пространство. Ивановские площадки НИМ и БИМ имеют большой потенциал для развития в этом направлении. Елена Белова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.